За окном тишина, на душе пустота. В серой дымке исчезли родные места. Корабли обгоняют чужую волну. Командиры уводят солдат на войну. Но как тени веков, исчезая во мгле, остаются навеки в далекой земле. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. Догорают под звездами покровом мосты, одеваются в черные краски цветы. Кто-то завтра погибнет от рук палача, и в квартире напротив зажжется свеча, и поется молитва: спаси, сохрани. И послышатся крики: верни мне, верни. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят. И сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно крича: возвращайся домой. Только матери ждут, только жены не спят, только девочки, дочки у окон стоят, и сердца их наполнены жгучей тоской, и не слышно кричат. Война, словно алое покрывало, закрыла весь свет, от, весь мир от света, стала общей бедой, общим горем. Сороковые роковые останутся навсегда в истории человечества как одни из самых трагичных. Сороковые, роковые, военные, фронтовые и переступки эшелонные. Гудят накатанные рельсы. Простор, холод, высок. И погорельцы кочуют с запада к востоку. А это я на полустанке в своей замурзанной ушанке, где звездочка неуставная, а вырезанная из банки. Да! Это я на белом свете, худой, веселый и задорный. И у меня табак в кесете, и у меня мундштук наборный. И я с девчонкой балагурю, и больше нужного хромаю. И пайку надвое ломаю, и все на свете понимаю. Как это было? Как совпало? Война, беда, мечта и юность. И это все в меня запало, и лишь потом во мне очнулось. Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые. Война гуляет по России, а мы такие молодые. Сороковые, роковые,
сделали каждого человека великим. Трудно подобрать слова, чтобы выразить признательность истинному героизму наших солдат. Роберт Рождественский выразил эти чувства так. Никого не пощадила война. Сколько убитых, сколько пропавших без вести, сколько раненых, раненых, мечтающих поскорее вернуться обратно в строй. И помогали солдатам вернуться в строй военные госпитали. Военные госпитали, развернутые в разных городах нашей страны. Омск и Омская область во время Великой Отечественной войны были в числе основных пунктов развернутых эвакуационных госпиталей. Сюда бесконечным потоком шли эшелоны с ранеными. Каждый день военного госпиталя – это бой за жизнь и бой за дух. И немаловажную роль в этом сыграли, вы не поверите, ваши ровесники – дети. Концерт! Концерт? Концерт! Здесь концерт? Да, 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 здесь, проходите, присаживайтесь. А нам можно, можно на концерт? Да, конечно, проходите. Не помешаю? Нет. Спасибо. 40 – трудный год. Омский госпиталь. Коридоры сухие и маркие. Проходите, ребята. Проходите. Ну что же вы стоите? Не стесняйтесь. Входите в палату. Да чего же артисты маленькие? Мы шагаем палатами длинными. Мы почти растворяемся в них. С балалайками. С мандолинами. И с большими пачками книг. Что в программе? В программе? Чтение. А еще? Пару песен. Военных. Правил. Мы в палату тяжело раненых ходим с трепетом. По чтению. Двое здесь. Майор артиллерии. С ампутированной ногой. В сумасшедшем бою под Ельней. На себя принявший огонь. На пришельцев глядит он весело. И другой, на брови забинтован. Капитан, да ранивший мессера 3 недели назад, над Ростовом. Мы вошли, мы стоим в молчании. Вдруг, срывающимся фальцетом, абрикосов Гришка, отчаянно объявляем начало концерта. Thank you.
вы хорошо сыграли. Мы даже свое прошлое вспомнили. Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины? Как шли бесконечные злые дожди, как кринки несли нам усталые женщины, прижав как детей от дождя к груди. Как слезы они вытирали украдку, как вслед говорили: «Господь вас спаси!» И снова себя называли солдатками, как сталь повелось на Великой Руси. Слезами измерены чаще, чем верстами, шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз. Деревни, деревни, деревни с погостами, как будто на них вся Россия сошлась, как будто за каждую русской околицей, крестом своих рук ограждая живых, всем миром сойдясь, наши прадеды молятся за в Бога неверящих внуков своих. Ты знаешь, наверное, все-таки родина, не дом городской, где я прочно жил, а эти проселки, что дедами пройдены, с простыми крестами их русских могил. Ты помнишь, Алеша, изба под Борисом, по мертвому плачущий девичий крик, седая старуха в солобчике плисовом, весь в белом, как насмерть, одетый старик. Ну что им сказать, чем утешить могли мы их? Но горе поняв своим бабьим чутьем, ты помнишь, старуха сказала: «Родимые, покуда едите, мы вас подождем». Нас пули с тобой пока еще милуют, но трижды, поверив, что жизнь уже вся, я все-таки горд был за самую милую, за русскую землю, где я родился. За то, что на ней умереть не завещу. Что русская мать нас на свет родила. Что в бой провожая нас русская женщина по-русски три раза меня обняла. А еще мы нарисовали для вас рисунки. Мы так хотим, чтобы вы не падали духом. Мы так гордимся вами. Что на этом рисунке нарисовано? Я вижу, что это люди, сильные духом, что это бойцы, которые своей верой закрывают жерло войны. А еще по этому рисунку мы сделали эмблему, чтобы она всегда напоминала нам о вас. В любую трудную минуту вы вспоминали этот концерт, и вам становилось радостно на душе. Спасибо вам большое. Спасибо вам, ребята. С вами я вспомнил, чем еще дорожить. С вами мы позабыли о бою. За вас мы должны. За вас дойдем. За вас мы дойдем до вражьих столиц. Вот и все о концерте в госпитале в том 40-м трудном году. Вы видите, что каждый, даже маленький человек, внес свой вклад в борьбу за жизнь, в борьбу за мир, в борьбу за веру. Великую победу. И этот день настал. Сединою на висках, это радость.
Шестые классы свои выступления на марафоне искусств закончили. Мы хотим поблагодарить всех тех, кто помог нам выразить свои чувства. И Ольгу Александровну, и Анастасию Евгеньевну, и всех-всех, кто за нас болел, за нас переживал. Мы постарались вот этот единый дух наших предков, когда действительно все одним миром, и взрослые, и дети боролись с одной общей бедой, мы постарались выразить это тем, что все наши номера были из собранных классов. То есть не каждый класс представлял свой какой-то номер, а вот мы постарались показать вот это единение, этот общий дух. Ребят, вы сами почувствовали, что когда вот всем миром, все вместе, оно вот дорогого стоит, и тогда все по плечу. Почувствовали? Да. Все, спасибо большое.